Привет, друзья, подписчики! Я хочу поговорить еще раз на тему онлайн-кредитования, и в этот раз у нас будет подборочка интересных интернет-сервисов, которые предоставляют деньги в долг дистанционно с помощью интернета. Да-да-да, друзья, очередной ролик, который наберет 100 миллионов дизлайков, поэтому мы начинаем. Поехали! Итак, перейдем к сервису OneClickMoney. Это круглосуточный онлайн-кредитор, который кредитует. Они все кредитуют в течение якобы 15 минут. Но мой посыл в следующем. Ознакомить вас с существованием этих сервисов и рассказать о том, какие мои первые впечатления о том, что после ознакомления с прочтением вопросов-ответов, всяких разных туториалов, факов этих интернет-сервисов. Они все кредитуют по одному и тому же принципу. Вы заполняете заявку, в течение 15 минут ее рассматривают, и после этого вам перечисляют деньги удобным для вас способом. Итак, сервис OneClickMoney работает 24 часа на 7, то есть, соответственно, круглосуточно, 7 дней в неделю, и предоставляют займы до 20 тысяч сроком до 16 дней. Сразу можно увидеть здесь бегуночек, вы можете, допустим, к примеру, взять 7,5 тысяч рублей на 16 дней или, допустим, на 11 дней. И тем самым вы увидите, сколько процентов вы переплатите, когда вам надо будет отдать кредит, и сразу ознакомитесь, куда вам эти деньги придут. Конечно, здесь есть мотивационные причины, то есть почему именно стоит выбрать этот сервис, но в нашем случае это, скажем так, гайд, ознакомление. Много, куча всяких холиваров в комментариях к прошлому подобному видео вышло, тогда мы ознакомливали вас с сервисом кредита 24, но я вас хочу убедить в том, что, точнее, рассказать вам, что действительно некоторые из подписчиков обращаются, потому что, ну, всякое в жизни бывает. Вот вы не знали, а после просмотра этого видео будете знать, что существует вот такой вот сервис, или там цепочка таких сервисов. Мы выбрали лучшие, на самом деле лучшие и, скажем так, самые популярные на данный момент в нашей стране, и хотим рассказать о них вам. Конечно же, вы здесь можете почитать, как это все работает, что вы должны сделать, как это все происходит. Большинство из них требует интернет-звонка, то есть звонка с помощью Skype. Скорее всего, вы будете сфотографированы для того, чтобы они убедились, каким образом и кому они предоставляют этот самый кредит. Все достаточно прозрачно. Раньше, в начале 2000-х годов, все это делалось еще более под безумные ставки. На данный момент ставки хоть и считаются, скажем так, дикими, но есть вот, опять же, какой-то онлайн-консультация. Можете пройти чат, поговорить с работниками этого сервиса. Но смысл в том, что сейчас, уже в 2015 году, они все, чем больше люди обращаются к онлайн-кредитованию, тем меньше, скажем так, процентная ставка, потому что конкуренция большая, их на самом деле достаточно много, то есть вы, наверное, встречаете на улице, там, в больших городах, что вы можете буквально на автобусной остановке подойти там в какой-нибудь павильончик, предоставить паспорт и взять там, допустим, пятерочку до зарплаты. И, в принципе, вы потратите те же самые проценты, там 2-3% в день, и, скажем так, просто вам надо куда-то еще ходить. Представьте, там, январь месяц, минус 35 градусов, вам не хватает там для распродажи, там, допустим, купить какой-нибудь гаджет, не хватает там 10 тысяч рублей, вы знаете, что через 10 дней у вас зарплата, и фиг с вами, как бы, хотите вы переплатить, вернее, можете позволить себе переплатить там 1,5-2 тысячи рублей, берете эту десятку в течение 15 минут с помощью какого-то из интернет-сервисов
и через 10 дней возвращаете вообще, ну, никаких проблем. В следующий раз, ну, всякое в жизни бывает. Я еще раз повторяю, это сделано для того, чтобы... Я делаю это видео для того, чтобы познакомить вас именно с возможностью. То есть, вот, неправильно я сделал первое видео. То есть, я, скажем так, нашел, вычитал, там, порекомендовал вам сервис Кредита24, который работает, между прочим, неплохо. Но надо было рассказать о еще большем количестве этих сервисов. Поэтому представляю вашему вниманию One Click Money. Есть свои плюсы и минусы. Мне единственное, что здесь понравилось, это оформление страховки. Скорее всего, наверное, от того, что вы, к примеру, не сможете оплатить вовремя. И достаточно, скажем так, средняя, усредненная процентная ставка. И сразу понятно, когда вы и что вы делаете, если вы отправляете заявку. Конечно же, тут сразу же логин, пароль, паспортные данные и так далее и тому подобное. Как-то так, 3-4 простых шага, и вы можете оформить займ онлайн с помощью One Click Money. Итак, мы переходим к другому интернет-сервису. Следующий по очереди, МИГ Кредит, тоже, скажем так, статичная страница, все то же самое. Есть возможность выбрать с помощью ползунка, скажем так, возможность, точнее, сумму выбранного, нужного вам, нужных вам денег. Можно выбрать, тут можно кредитоваться до 35 дней, то есть это уже больше, чем в предыдущем сервисе. Тоже оплачивается сколько и что, вернее, показывается, сколько вы берете, сколько вы возвращаете, сколько вы за это переплачиваете. Тоже есть решение за буквально считанные минуты. Также есть возможность задать, вернее, получить ответы уже на, скажем так, ранее задаваемые вопросы, наиболее популярные. Есть возможность ознакомиться, кто это, что это, что это за организация, где она находится, контакты и так далее. Есть фишечка займ постепенный от 10 до 40 тысяч рублей. Тоже здесь все довольно-таки просто. Единственное, что сумма здесь увеличивается до 40 тысяч рублей, а срок кредитования до 24 недель. Это уже более-менее удобно. Есть возможность позвонить на горячую линию 8 800, это бесплатно по всей России с мобильного оператора, либо со стационарного телефона. Хотя кого обманываю, у кого сейчас есть стационарные телефоны? Напишите в комментариях, есть ли у вас стационарный телефон. Мне кажется, по стационарному телефону звонить дороже, чем по сотовому. Вот, в принципе, МИГ Кредит довольно-таки такая. Ну, мне, понимаете, мне не совсем нравится оформление. Может быть, здесь как-то что-то немножко, так знаете, попахивает концом 90-х. То есть, вот такой вот сервис. То есть, такая вот не совсем, скажем так, красивая интернет-страничка. Но при этом... те же яйца, только в профиль, те же суммы, примерно такой же процент, плюс-минус туда-сюда, ясно, когда вам надо будет погасить, и как-то так. В общем, МИГ Кредит, возьми деньги на неотложные дела. Переходим к следующему. Тут начинаются мои фавориты в этом деле. Компания «Честное слово», более-менее такой, скажем так, современный сайт. Можно на нем зарегистрироваться. Тоже есть вопросы-ответы, есть статистика, сколько кредитов они дали. Есть возможность понизить процентную ставку при повторном обращении. Опять же, есть ползуночки, сколько вам нужно денег. Есть кредитование до 20 дней. Сразу, допустим, вы... видите, сколько вы переплатите, допустим, возьмете 6 тысяч, а 5 ноября через 20 дней отдадите 8 640, это получается 2 640 вы переплатите. Опять же, все объяснено, как это все работает, есть якобы отзывы, мне кажется, это отзывы реальные, есть возможность прочитать, какие преимущества перед другими организациями. Тут тоже все указано. В общем, интересный такой сайтик, интересный сервис, называется «Честное слово». Это, наверное, первое, что я вам действительно порекомендую. То есть, среди, скажем так, тех интернет-проектов, которые мы сейчас с вами изучаем, это более-менее такой, который действительно вызывает доверие. И его преимущество в том, что снижение ставки при повторном обращении. То есть, вы уже платите не 2,2% в день, а 1,7%. Согласитесь, мелочь, а приятно. Хотя это не мелочь, на самом деле, это ваши деньги. Допустим, в следующий раз вы
переплатите всего 2000 рублей, если возьмете 6000 рублей. Вот. Честное слово, крайне, в принципе, рекомендую. Опять же, если вам действительно срочно нужно, вы не можете никуда выйти, не сходить в банк, не собрать справок, и вам нужны небольшие суммы денег под минимальные сроки. Переходим к другому. И мой фаворит Фингуру. Это очень интересный интернет-проект. Что здесь можно как взять деньги в долг, так и дать деньги в долг. Внимательно ознакомьтесь со всеми тарифами, прочитайте все гайды, прочитайте все вопросы-ответы. Действительно, сервис, который позволяет выбрать, сколько вам нужно денег, выбрать, на какой срок вам нужны эти деньги, вплоть до 1 года, выбрать процентную ставку. Есть, скорее всего, я как понимаю, что есть база, скажем так, людей, у которых есть возможность одолжить вам деньги, и среди вот этой базы каждый, допустим, к примеру, там 200 человек, которые подали заявку, которые хотят деньги отдать в долг. И у каждого там свои условия. Кто-то по 2% в день, кто-то там по 10% в день, кто-то по 1% в день. В общем, смысл в том, что вы вправе выбрать, какие условия вам нужны. Поэтому уже вот этот сервис напоминает то, что мы хотим видеть именно сейчас, то есть в 2015 и последующих годах. То есть мы должны действительно выбирать, сколько нам нужно денег в долг, на какой промежуток времени и под какой процент. То есть это уже похоже на западное кредитование, когда ты приходишь в банк и говоришь: слушай, чувак, мне нужны деньги там на открытие, к примеру, там своего бизнеса, маленького бизнеса, к примеру, там кафешки какой-то. И банкир, если ты убедишь, грубо говоря, клерка банковского о том, что эти деньги тебе нужны, и ты даже можешь с ним урегулировать процентную ставку, то есть вот я не могу отдавать там 15% годовых, давайте сделаем 11,5%. И в процессе диалога, получается вот эта договоренность. Так работают банки на Западе. У нас это фиксирована какая-то процентная ставка, какие-то льготы при повторном обращении. Но вот сервис Фингуру, я столкнулся с ним, ознакомливался долго и, в принципе, тщательно, и я понял, что он ближе всего напоминает мне вот именно западную схему развития вот всего вот этого вот передачи денег в займ. Конечно же, здесь можно почитать о проекте, я уже говорил об этом, обязательно внимательно ознакомливайтесь со всем этим. Или вы, допустим, хотите дать в долг, вы регистрируетесь, указываете, сколько вы можете дать денег, под какой срок, под какой процент, и уже не берете деньги в долг, а зарабатываете. К примеру, дали там на 15 дней и заработали пару тысяч, там, с 5000 рублей, к примеру. Как-то так. Согласитесь, наверное, часто обращаются или обращались к вам люди: слушай, дай там пару тысяч до зарплаты. Так вот, есть сервис, если у вас есть возможность дать пару тысяч до зарплаты, пожалуйста, регистрируйтесь, пользуйтесь, как говорится, мне не жалко. Как-то так, вот такое вот тоже сумбурное такое видео, но на самом деле оно не сумбурное, я к этому готовился. Друзья, конечно же, много будет сейчас всякого дерьма на меня в очередной раз вылито в комментариях, что я подписываю своих подписчиков. Друзья, я ни под что не подписываю своих подписчиков, у всех вы люди взрослые, если вы не взрослые, соответственно, вам никто ничего не даст, если вы школьники, просто посмотрите, поставьте лайк для того, чтобы канал наш продвигался вверх, вот, развивался, а чтобы интересные были видео, потому что у нас все-таки обзорно-развлекательный канал, а не просто обзоры там телефонов с Китая или там наушников с Китая, вот, это, скорее всего, такая развлекательно-познавательная передача. Вот, и если вы человек взрослый, вы 15 раз подумайте головой. И в основном в эти сервисы, в эти интернет-сервисы, которые одалживают деньги дистанционно, обращаются люди, которым, скажем так, нет другой возможности. Я понимаю, что в прошлый раз вы написали мне кучу негативных комментариев про то, что я вот пойду там собрать справку в банк. Не вопрос. Конечно, если вы пойдете собирать справки, и вам предоставят там под
17% годовых или там 25% годовых. Но смысл в том, что ни один банк на данный момент не может. То есть микрофинансовые организации только кредитуют дистанционно и кредитуют очень быстро. Действительно попадаются, вернее, случаются такие времена, когда нам нужны деньги здесь и сейчас. Вот я, например, нет у меня сейчас свободных, не было у меня свободных денег для того, чтобы заказать интернет, интересный телефон по распродаже. И если бы не интернет-сервис, то я бы не смог себе позволить. Ну, перехватить там до выплаты ютубовской, к примеру, там 5-6 тысяч рублей, буквально там на 10 дней, ни один банк не даст. А обратился, пожалуйста, не вопрос. Поэтому добро пожаловать в комментарии к этому видео. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Как говорит Александр Мордынский с канала Matrix Paradise, я надеюсь, что я вас все-таки научил, показал вам сводную статистику. Деньги люди берут в долг, и мы должны научиться это делать культурно, то есть научиться это делать и приучить, скажем так, своей тенденцией, заставить кредитные организации снижать процентную ставку. Чем больше мы будем брать деньги в долг с помощью банков или интернет-сервисов, чем больше этих интернет-сервисов будет, и тем больше будет, точнее, тем меньше будет процентная ставка. Чем больше конкуренции, тем меньше процентная ставка. Поэтому спасибо, что посмотрели данное видео до конца. С вами был канал GadgetMania, я его ведущий Павел. Пишите в комментариях, опять же, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, в Твиттере, в Инстаграме, в общем, везде, где вам будет удобно. 4 онлайн-проекта, которые предоставляют деньги в долг дистанционно с помощью интернет-сервисов. И добро пожаловать на наш канал. Я вообще вас всех люблю, уважаю. Пожалуйста, дайте, скажем так, развитие этому ролику. Поделитесь с друзьями, расскажите своим друзьям о том, что существуют вот такие интернет-сервисы. Опять же, для ознакомления. Всего доброго. Пока-пока.